Бок. Давай-ка попробуем с той стороны. Может, да, вот сверху так обойти. Так, здесь сколько метров? Здесь 11. Не-не-не, надо вот с этой стороны. Вот так вот. Давай так, вот так. Там и березина, он через березину. Вот так выглядят современные амазонки, да? А вот так вот неандертальцы современные с рогатиной. С рогатиной медведи, это круто. Потом потрогать. Когда просыпаться, то будет. Будить его потом. Давай. Сюда он дойдет? Да. Не-не, вы имеете в виду, что он сейчас подойдет дальше, потому что у него совершенно распутанная сейчас тросик распутан, он ближе подойдет. Так, ты только ружье мне не покалечь, друг мой. Может, я? Выстрелить? Во-во-во-во. Давай-давай. Злиться? Конечно, злиться. Кого там кусаешь? Землю ешь? А трос, трос. Трос. Маленький, иди сюда, мы тебя распутаем. Иди, дай лапку, и мы тебе даже стрелять. Дай лапу, друг. У тебя таблетка еще первая действует, что ли? Там, то есть ты на, подходишь, он вот тут копал. Как тебя на пределе, аж видишь? На пределе. Ты можешь распутанный тросить-то. Так он отсюда стал. Здесь он уже на распутанном копал, да? Ты будешь домой собираешь идти? Попробуйте в шею. Надо вот, наверное, вот с той стороны стрелять. Пошли, обойдем. Не, вот тут туда. А вы это не пускайте его. Да. Особо-то. Да. Вот отсюда. Близко не надо, он, наверное, достанет. Чтобы понять, сколько вот здесь метров, ну, метров 5, да? Нет, метров 10. Да ладно, 10 метров же есть тут, да? Я просто не знаю, как мне тогда такой нет. Выставить. Работает? Работает, это будет никто. У тебя укол действует, да? Я просто укол. Не знаю, боюсь сильно выставить. Не знаю, или не доставить. Так что... Лучше сильнее. Главное, не в глаз. Так вот, да. Что, попробовать? Да. Переднюю лапу? Не, вон в бок, да, в бок, да. Видно его? Ну так. Отсюда удобно. Сейчас в дерево не попасть, главное. Да главное вообще как бы попасть в медведя. Он, главное, ногу свою спрятал, в которую надо стрелять. Можешь вообще со спины туда зайти, нет? Он сюда достать может? Нет. Не достанет сюда? Тут не копано. Вот он максимум достает. А, тихо. Давай, вот. Блин, только теперь жопой ко мне повернись. Вот целься, он сейчас пойдет назад. Целься, стреляй. Нет. Ага, все, так вот. Стой, мальчик, так. Болит, да? Болит. Стреляй, стреляй. Да стреляй. Болит, болит, а? Не подходи ближе. Давай. А ему не ближе никак. А ему никак, блин, ему бы... Во. Вот. А, и стой так, пожалуйста, замри. Да, прям туда, куда нужно. Главное, чтобы все как надо вылилось. Идет. Вот это как-то мало, медленно идет. Что-то она не все лекарство вошло. Да. На, заряжать второй.
Ну, сейчас посмотрим, во-первых, как на него подействует эта доза. Половина только вошла. Да. Мало этого, накачано было, наверное. Ну, вот как-то да. Идем заряжать второй. Не, она вон вроде еще двигается. Нет, он как-то да, он не сразу сбудется. Так он не достает, да? Чуть-чуть еще продолжать. Сейчас посмотрим. Не, минут 15 ждем, там смотрим. Уходим. Да. Ой, господи. Что говорите, ветеринары не попадали? Они даже ружье боялись закрутить. Вы не стреляете, не надо. Что? Не надо. Не, я только так страхую. Я вообще не стреляю. Ну, прошло это уже. У нас